Привет! Привет! Вы на канале Мистер Макс, и сегодня у нас завал машинок. У нас сегодня не просто машинки, у нас наборы Zico или Zico World. Zico World, ага, это значит, тут всякие дороги, а здесь шоу-рум, ну, грубо говоря, автосалон. Давай сначала машины. Ага, Макс тут видит то, что не видно в камеру. И еще, чтобы у нас в шоу-руме не было пусто, у нас есть еще... Завал машин. И еще пожарные. Да, ну в общем приблизительно то, что есть на картинке, у нас будет здесь. У меня такого нету. Да, у нас тут много чего нету. Точнее, мало вообще, что есть. У нас, по-моему, есть только такой вот джип из этого всего. Что? Вот такое идет набой. Да, так что, значит, у нас будет два таких? Да. А ну посмотрим. Ой, а это тяжелая такая коробка. Ага, значит, у нас будет таких два. Или, значит, это тогда не будем открывать, окей? Так, я предлагаю, знаешь, с чего начинать открывать? Чего? С большой коробки. Значит, тут... Ой, тяжеленные, реально тяжеленные, я одной рукой еле поднимаю. Давай. Тут всякие дороги, вот всякое такое, вот как на картинке. И второй набор я покажу. Zico World Showroom. Это вот такой вот домик. Вот он, вот такой вот домик с автосалона. Так, значит, давай малышей пока убираем. Или как? Давай, убираем. Разберемся с большим, малышей потом вернем сюда, окей? Да. Где он тут открывается, этот? Zico World. Нашел? Ага, вот. Перевернуть. Опа. Так, и что там в коробке? Ух ты, а у нас стола хватит на это все? Смотри, вот разные части дорог. Все переложено, так прикольно, чтобы не царапалось. Да. Смотри, какой целый завал всех этих дорог. Вот это да. Так, и тут еще что? Это деревья. Машина. Значит, есть желтенькая, синяя. И третья. Такая же она? Да? Так, тут еще что есть? Всякие деревья. Вот какой-то домик. А инструкции нету? Прикинь, нету инструкции. Придется... Инструкция сзади. Сзади? Где? А, просто по картинке собирать все, да? Да. Ясно. Ой, автомойка эта. Да, точно. Такая мягкая. Это щетки, чтобы не царапали машину. Вот она и мягкая. Так, как-то теперь это все надо собрать. Обалдеть. Это, я не знаю, нам стола не хватит, наверное, на все это. Сейчас мы попробуем сложить что-то вот такое. Вот что-то с грядиночкой такой. Сейчас мы все будем разбираться. Это часть мойки. Потом дороги. Ага, то есть все угловые вот по углам мы раскладываем. Нам реально не хватает места. Может, нам на пол где-то надо перейти? Да, наверное. Смотри, какой завал. Да. Переходим. Мы переехали на пол. Да. На столе у нас слишком мало места. Не получается нормально снимать. Поэтому делаем все на полу. Смотри, есть вот такие вот соединялки, бери. Соединяем наши плиты. Папа, а где наши знаки? Надо сначала дорогу сделать, а потом сделаем знаки. А где наши машины? А где машины точно? Нет машин? Пропали? Ах, ты их спрятал. Вот жулик. Давай, доставай сюда и все знаки и машины. Много-много машин. Это целый завал, я тут представляю. Это ролик будет на полчаса, наверное. О, смотри, я соединяю дорогу, она теперь уже держится лучше. Да. О, отлично. Все интересно. Одна кнопочка только со значком таким вот фирменным. Все остальные просто серенькие. Вот, деревья. Можешь брать две палки. И сколько? Три, получается, веточки. Да, я знаю. Да? Ну, давай вперед. Вот, ой. Вот какое у меня дерево получается. Смотри, высокое. Так, где оно там стоит? Попробуем сначала сделать все как на картинке, а потом будем делать как нравится. Угу. О, так. О, ты спрашивал, где знаки. Вот какие-то знаки. У меня маленькая елочка. А вот еще добавь ей высоты. Не хочу высоту. Она будет некрасивая. Хочешь маленькую? Да, она будет некрасивая. Ну окей, делаем маленькую. А действительно, какая-то сильно высокая, да? Надо вот так лучше делать. Некрасивая. Так лучше? Да. О, действительно, так лучше.
А моя будет стоять здесь. Светофоры нам нужны? Нужны. Красный, желтый, зеленый. А они просто... О, они, смотри, они меняются. Смотри, красный, оп, зеленый, желтый, красный, зеленый. И точно так же здесь, видишь? Прикольно. То есть реально ты вот ездишь и управляешь дорогой. Четыре у нас получается красный, перекрестка и четыре светофора. Зеленый, красный, желтый, зеленый. О, столько мелких деталей. А это что? Это заправка? Вот, смотри. Да. Заправку соединяешь и ставишь. Это что-то похоже на фонарь. Это фонарь, да. Вот его где-то вот поставил, вот, чтобы было светло пешеходам переходить дорогу. Он будет светить. Вот так. Сейчас мы собираем вот это здание. Тут мойка, заправка. Вот. Уже часть есть. Наша мойка готова. Мойка, заправка. А ты видел там вот эти щеточки, как прикольно? Они даже крутятся. Да. Туда машина заехала. И вот эти штучки там ее так... Прилает ей массажик. Моют-моют, она выезжает. Пена есть. И пена даже есть, да. Потом можно подъехать на заправку, заправиться и вот кататься. Так, вот это пешеходный вот переход, наверное, есть. Где-то здесь ставим. Вот даже есть. Ага. Продажи. А, переход вот пешеходный, а это какая-то пешеходная зона. Где у нас будет пешеходная зона? А у нас тут ее и нет. Ну, где-то здесь, в лесу. Да, так, да. Вот сюда движение запрещено, там уже выезд. Этот мусоровоз может ехать на этот. Может? А, ну да, если мусор надо вывезти. Смотри, из этого набора, из вот этого большого, мы еще не открыли машинки. Давай их откроем. Да. Что у нас есть? Мини-купер. Ух ты, даже смотри, лицензионный какой блестит как. Смотри, смотри. Volkswagen. А этот, тут что? Эти ракетки могут так взорваться. Хорошо, давай я тебе помогу. Вот. Вот тебе Volkswagen. Volkswagen жук. Не могу никак открыть. Давай я разорву. Это. Вот мини. И Mercedes крутой. Это Mercedes AMG GT. Это самый крутой спортивный Mercedes. Папа, смотри. Ух ты. У него дверь открывается, как крыло чайки, да? Да. Крутой, реально. Подожди, это разве MG GT? Это, по-моему, немножко старый. Это CLS. А ну, прочитаем. Mercedes-Benz SLS AMG. Во. Классный. Он очень мощный и быстрый. Mercedes показали. Жук. Показался. Обычный. И мини. А мини необычный, видишь, мини-кроссовер, как маленький джип. Да. Моднючие машины. Очень крутые. А теперь давай вот это. Ага, это еще один Mercedes SLS. Да. Вот он, наш новый Mercedes. А ну, такой же, как этот. Ну, смотри. Да. Да, тоже Mercedes SLS AMG. Этот, наверное, новее. Они одинаковые, просто разная расцветка. Да. Видишь, совсем одинаковые. Да. Такие вот, классные. Только разные расцветки. Точно. Давай вот этот, школьный автобус. Давай. Еще вкладыш. О, класс. Оу. Вкладыш очень большой. Большая коллекция, да, всех машинок. Да. Wilson, the basket, школьный автобус, классный. Ты мечтал когда-то про школьный автобус? Хоть что-то открывается? Не, у автобуса, похоже, ничего не открывается. Да. Лови автобус. Застрял на коврике. А так? Есть, к тебе приехал. Давай этот. Давай. Мини-купер? Нет. А зачем? Он такой же.
Смотри. Да. Я думаю, не надо. Тот оставим. Давай знаки. Ага. А вопрос, а надо знаки? Смотри, знаков сколько у нас есть. Давай знаки тоже будут запасные. Смотри, у нас сколько их. И так хватает. Достаточно знаков. Да, запасные. Теперь мусоровоз, папа. Давай. Вау, как он крутецкий. У него даже кузов поднимается и открывается сзади. Класс. Классный. Все, на выставку машин. Как мусоровоз смотрится хорошо на фоне Мерседеса? Да. Или Мерседес на фоне мусоровоза? Все приехали. Да. Да, все выстроились. Давай дальше. У нас много реально всего. Вот это. Так, джипик. А это? Это джип Франглер. Да. Классный тоже. У тебя когда-то такой был? Да. Только он где-то потерялся. Давай этот. А, это тоже повторка. Давай позабираем все повторки. Так, мини-купер нам не надо. Этот вот тоже есть. Что там еще? Знаки. Вот у нас две лишних упаковки знаков. Запасные будут. Да. Так, что тут осталось? А это все новенькие. Давай. Давай трактор. Трактор? Хочу трактор. Давай. Это не просто трактор. На нем написано квадроцикл, но мне кажется, что это газонокосилка. Газонокосилка? Да. Смотри, у нее внизу есть такие штуки, чтобы косить траву. Да. Все, пошел косить траву. И на выставку. Хочу эту. А это Ламборгини, похоже. Да. У нас еще не было таких. Желтая Ламборгини. Крутецкая тоже. Даже круче всех. Что, круче даже Мерседеса? Да. А двери открываются у нее? Не-а. Ламборджини Галардо. Давай вот так. А это что за тачка? Спортивная, со спойлером, какая-то гоночная. А ну, быстро ездит гоночная. Видишь как? Аж дрифт был только что. Да. Она, наверное, делает дрифт. Это пожарная машина. Мерседес, кстати. О, вылетел. Полетел тушить пожар. Смотри. Да, лестница поднимается и вытаскивается еще, телескопическая, что ли? Смотри. Класс. Давай вот эту. Еще одна Ламборджини. Круче даже. Даже круче, да. Самая крутая. Это тачка Ламборгини. Ламборгини Авентадор. Самая крутая, наверное, из всех. Да. Самая крутая всех. Да. Вот бы ее вживую увидеть. Может, и увидим. Так, последняя гоночная тачка. А это что, Феррари? А ну? Я пока не пойму. Это Ауди. Ауди. Это кабриолет. Класс. Мне нравится. Это, кстати, очень прикольная. Audi R8. Макс, у тебя столько машин, да, что можно сделать что? Автосалон. Да. И как раз у нас не открыта еще коробочка с автосалоном. Шоурум. Давай открываем, делаем автосалон и будем продавать машины. Катя придет, будешь продавать ей машины. О, еще одна у нас есть. Запчасть? Это запчасть. А я еще думал, куда сюда ставить автосалон. А так получается, мы тихонечко подвигаем. Ага, не получится. Просто мы, значит, сюда доставляем. У нас есть такие вот фишечки-соединялки. Сюда их раз. О, что ты не хочешь? Что ты не хочешь? О, у меня получилось. У тебя тоже, молодец. Здесь будет автосалон. Да, сейчас мы его соберем и поставим где-то сюда.
Так, он что будет тут? На тротуаре. Машина! Где же на тротуаре? Машина! Ага. Еще одна в наборе? Не такая же? Нет. Не, новая. Хух. Это Porsche. Класс, Макс. Шесть. У тебя сегодня реальный автосалон. Ну что, да. Давай собирать. Первый пакетик с машиной. Ага. Все, откроем сейчас все машины уже. Останется только собрать домик. Есть? Да. Вот крутецкая. Классная, да. Porsche такая очень крутая. Что он пишет? Porsche Carrera GT. Врр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 рr Окей. Ну, собираем же. Давай. Куда ты там поехал уже? На автомойку. Ай, не могу пролезть. Назад еду. Кто-то уже там разваливает автомойку. А я заканчиваю собирать этот шоурум. Вот, у него, смотри, заезд специальный есть. Тут вот сам... Этот шоу-рум. Эти уже тут на выставке. А здесь смотри, какая классная штука. Вот есть у нас крутилка. Сюда ставим машину. Это чтобы колеса не съезжали. Да. И она крутится. Да. Так медленно-медленно. То есть самую крутую. Какая у нас самая крутая, ты говорил? Вот это оранжевая? Да. Я ставлю оранжевую, покручу. Так, все. Ты не самая крутая, ты иди отсюда. Оранжевая самая крутая будет тут крутиться. Все, она на выставке. Продается машина. Продается машина недорого. Ламборджини. Ламборджини недорого. Подходим, разбираем. Давай по приколу мусоровоз покрутим. Давай. Но он же тоже может продаваться. Угу. Давай. Выдержит его эта крутилка? Выдержала. Ой, он не выдержал, свалился. Она для легковых, наверное. Ну что, классный город у тебя получился? Да. Смотри, реально круто. И тебе и мойка, и заправка, и автосалон. Выставляй всех в автосалон. Кого-то на крутилку, кого-то в салон. Не знаю, если не влезет все, то на крышу может кого-то. Мусоровоз тоже может будет продаваться. Всех давай выставляй. Это же все новенькие машины. Да. Все, все переезжают в автосалон, будут продаваться. А пожарная машина, она хочет первая попасть в автосалон. Она хитрая, включает мигалку и... Я хочу первая заехать. А теперь скулбас. Скулбас тоже продается? Да. Вот здесь вот. Так, полный автосалон. На крышу никого не выставляешь, не надо? На крыше тоже продается кто-то. Тоже будет кто-то продаваться? Самый тонкий вот здесь вот сбоку. И эти на крыше. Автосалон, а склад на крыше. И на крыше, и на улице. А не крутится никто. Давай вот этого серебристого, он самый вроде бы такой красивый. М? Давай его сюда покрутим чуть-чуть. Этого можно сюда. Этот джип хочет на мойку. О, а джип даже не был в автосалоне. Он, наверное, ездил где-то по бездорожью и испачкался. Да. Заехал на мойку. Где ты там? Эй, джип, ты уже помылся? Да. Показывайся. Ты там моешься? Все, помылся. И теперь еще надо на заправку. Ой, да. Колонки где-то повылетали. Все, заправился. В автосалон. Все, все в автосалон. Пустой город у нас, все в автосалоне, все продаются. Крутецкий набор. Теперь я буду им долго играться. Да, класс. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока. Я хочу на Ауди ездить и на Мерседесе. Вот этот мне нравится, серебристый. Вот, у меня будут две машины. А у меня тоже две. А правила мы соблюдаем? Нет. Красный свет! Стоять! Эй, светофор! Не сбивай елку, оставь в покое! Эй! Завал!